Так, мы поставим троих гигантов и посмотрим, как это будет выглядеть. Ну? Бада-бум! Добро пожаловать в игрушку ТАП, с вами Николай Дориди. В этой серии у нас будет обычный Wild West против модернизированного Wild West 2. Ну что, давайте посмотрим. Теперь у нас идут динамитчики, ребятки, вы сейчас удивитесь. Уху! Видите, как он кинул? Это было забавно, они сейчас подорвутся, по ходу дела. Вдвоем, слушай, он из этой пушечки выстреливает целых 5 динамитов. Давайте посмотрим на такую ситуацию. В общем, работники с кирками пошли домой отдыхать, а тут на пути им какие-то модернизированные ребята стоят. Ну что ж, давайте посмотрим, кто победит. Ой, сейчас что будет? Бу-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 
Слушай, они мне нравятся. Мы к ним еще вернемся, ряд чуть позже. Боже мой, как много динамитов. Интересно, а если их 100 штук поставить, что будет? Это просто, наверное, мне ФПС-ка, по-моему, просядет. Но будет интересно. Давайте под конец сделаем, если я не забуду, конечно. Идем дальше. Ну, победили, слушай. Пухлые ребят, я не знаю, у них в руке... Это что такое? Какая-то бутылка против... Посмотри, что у него с глазом. В общем, против кактусов. Давайте посмотрим, что сейчас будет происходить. Кидаются. Бум! Ой-ой, они замедлились. Смотрите, они падают. Они одурманены. Но все-таки подошли, слушай, подошли. Нормально. Кактусы побеждают. Хорошо, давайте так. 5 вот этих пухляков против 10 работников. Начинаем. Кидают. Фу! Ой-ой-ой, ноги подкашиваются, ребятки, падают. Смотрите, они падают. Но все равно идут, доходят. Но они довольно-таки забавные, мне нравятся. Вот эти пухляки. А, они сами себя заразили. Они сами надышались этими парами. Но, походу, их сейчас разнесут. Забавно довольно-таки, ребятки. Идем дальше. Ребят, это какие-то модернизированные стрелки. Я не знаю, чем они отличаются, но эти просто стоят. Это самые сильные стрелки. Это модернизированные, но они подешевле стоят. Знаете, они как пистолет держат уже сразу на готове. А эти расслаблены. Сейчас посмотрим, кто кого победит. Ну, их 10. А, легко, конечно, одолевают. Но эти, конечно, прокачанные. Они прям до расслабони всех убивают. 2 осталось всего лишь. И 10 они победили. Хорошо, теперь 10 работников. Как они стреляют? А, по патрону перезарядка. Патрон перезарядка. Вон оно как. Они всего лишь по патрону. Но они и дешевле стоят, ребят. Намного дешевле. Ну, прикольно. Так, давайте я вам покажу. Вот за 350. А обычный стоит 1200. Видите? Давайте 350 против 1200. Он еще не уклоняется, видите, в чем прикол? Он не уклоняется, а вот этот вот прокачанный, он может уворачиваться от первой пули. Видите, она поэтому промазала. Ну, тем-то он и крутой. То есть, по сути, он побеждает моды, да, молодец, но он и дороже стоит, а мод подешевле. Далее стрелки, ребятки, вы сами все видите. Оригинал стоит 900, а модернизированный 800. Как они держат ружье? Этот оригинальный уже наготове. А модернизирован, ну, в принципе, тоже наготове. Чем они отличаются? Шляпа, у них шляпа разная. Вы это видите, какая прямая, а у этого, у обычного она немножко изогнутая. Вообще-таки, вступайте в нашу группу ВКонтакте, там есть информация, как скачать моды, и если вы хотите поиграть. Вот, наша фан-группа ВКонтакте, там и канал Дариди, и канал The AlexPlay. Так что вступайте, ребята, не забывайте про лайки и комментарии. Также подпишитесь на канал Дариди, чтобы не пропускать новые видеоролики, это очень важно. Подписочка это очень-очень важно. И колокольчик тоже. Начинаем. Вы поняли, в чем прикол, ребятки? Хоть он и дешевле, они примерно одинаково целятся. Но у этого-то просто винтовка с одним патроном. Вы видите, один патрон, вон он полетел. Вон он, один патрончик. А у модернизированного, хоть он и дешевле, но у него много патронов. То есть у него дробовик. У них разное оружие. У этого дробовик, у этого винтовка. Слушай, прикольно. Давайте по 10 их поставим. Давайте я вам даже покажу. Вот он, Вилвест 2. Это получается вот это, да, за 800. Давайте раз, два, три. Не, давайте вот так в ряд поставим, наверное. В ряд. 10 штук. 10 штук. И Вилвест 1. Вот они.
тоже 10 штук. Делайте ставки, кто победит. 9 тысяч против 8 тысяч, ребятки. Но у них дробовик, а у этих просто винтовка. Смотрим. Я не знаю, надо замедлить. Пу! Вы посмотрите, как много снарядов. Слушай, мне вот эти очень сильно понравились. Но эти тоже все погибли. Вот можно посмотреть, да? А, получается, ну красные погибли. А кто? В смысле? А почему засчитали победу синим, если погибли, по сути, все? Ну, вы сами видите, да, у всех закрытые глаза. Ну-ка, вот этот и у этого закрытые. Ну да, это, по сути, ничья. Но я бы хотел видеть вот этих ребят в оригинале с дробовиком. По-моему, это круто. Так, давайте теперь без замедления посмотрим, как это будет смотреться. Пу, найс. А теперь голубые проиграли. Ну, тут видно, что двое оказалось... А все-таки выжило, смотрите, двое. Ну, они более меткие, видите, стрелки. А дробь может и промазать. Или до конца не убить, если мало. Так, давайте дробь против кактусов. О, сейчас что будет? Пу! Смотри, куда они улетели! Они за пределы карты улетели! Ё-моё! Вы посмотрите на это чудо. Офигеть. Четверо выжило. У них... А, нет, они опять стреляют. Фига себе, отлетают. Это очень круто. Мне понравилось, как они отлетают. Блин, они реально классные. Вау. Ну-ка, дай стрельнуть. А что ты делаешь? Иди сюда. А что он не стрельнул? А вот стрельнул. Сейчас еще разок. Стреляю. Он не сразу стреляет. Фу, я его добил. Отличный выстрел, поздравляю. Вау. Слушай, они самые крутые, мне нравятся. Охренительные. Давайте так, поставим 40 работников против вот этих ребят с дробовиками. Начинаем. Ой, сейчас что-то будет. Фу. Просто разлетелись, потому что у них много пулек вылетает, и поэтому всех задевают, кто сзади них стоит тоже. Но довольно-таки быстро они перезаряжаются. Блин, вот этот крутой мод, хороший. Я бы хотел его видеть в оригинале, ребят. Если тоже бы хотел видеть чувака с дробовиком в оригинале, ставь лайк. Потому что, блин, ну, это реально очень здорово. Так, давайте чисто для эксперимента возьмем гиганта и посмотрим. Офигенно! Вы смотрите, как подлетел этот гигант. Это охренительно круто, ребята. Ё-моё. Так, следующий гигант. Сейчас будет... Я просто это обожаю. Давайте побольше гигантов. Так, мы поставим троих гигантов и посмотрим, как это будет выглядеть. Ну? Бадабум! Где он? Слушай, куда он улетел? Я не вижу его. А, ребята, надеюсь на вашу активность, лайки и комментарии, ребятки, если хотите больше подобных классных видеороликов. Поставили вот таких им громадных гигантов. Посмотрим, что сейчас будет. Пу! Блин, какие же они классные. Мне нравится их неотдача, как... У них очень сильная, ну, не отдача, а точнее, но вот именно вот эта вот, даже не пробивная способность, а вот это отталкивающая. Смотрите, сколько много тут меток наставлено. Блин, они охренительные. Так, давайте вот этих поставим. Ну-ка. Где он? Вон он! Это было просто мгновенно, я не понял, ребят, но он, смотрите, это же он улетел, да? Я не знаю, вам видно или нет, но... Блин, это просто секундное было действие, и он... Его уже нет. Он просто как будто бы испарился. Смотрите. Но эти уже нет. Так, дубль 2. Смотрите туда, вдаль. Пу! Ху-ху-ху! Офигительно. Блин, это зачетные чуваки. Я хочу их видеть в оригинале. Ну, блин, тоже надо поставить хорошую цену. Допустим, смотрите... Так, давайте переиграем. Сейчас что мы сделаем? Мы с вами возьмем, допустим, одного чувака и проверим на стоимость. Он стоит сколько? Он стоит 800, да?
Допустим, поставить против него. Того же, давайте поставим того же короля. Сможет ли он короля убить одного? Король 1500 стоит. Легко. Слушай, ну у него цена должна быть, наверное, где-то 1500, я думаю. 1500-2000 вот за такого чувака с дробовиком. Если его добавят в оригинале, чтобы не было дисбаланса. Я думаю, 1500-2000 надо за него поставить. Потому что 800 это слишком дешево. Он охренительно, он чересчур имбовый. Это убер просто какой-то. Это коняшка оригинала, ребятки, а вот это мод. Блин, моды часто очень хорошие, качественные и намного круче оригиналов. Реально, есть такие моды. Их не... ну, как сказать, немного. В принципе, самих по себе модов много. Но их все равно сложно найти, хороших модов. Вот тот же самый с дробовиком, это охренительный мод. Ну, надо, наверное, все-таки подороже его сделать. Давайте посмотрим, это следующий мод. Промазал. Кто победит? Это какой-то Red Dead Redemption, ребят, уже. Кстати, хотите Red Dead Redemption видеть на канале AlexPlay, полное прохождение или онлайн? Пишите, обязательно напишите на ютубе за AlexPlay, ну просто AlexPlay. И там можете написать, хотим прохождение Red Dead Redemption. И я буду стараться чаще там снимать Red Dead Redemption. Вот, я тогда пойму, что вы хотите видеть подобные угары. Так, ты все-таки стрелял, все-таки он застрелил. Блин, это круто, это реально смахивает на Red Dead Redemption какой-то. Так, ладно, идем дальше. Так, ребят, я специально поставил, но это не уже Wild West, это в этом секретные юниты. Но они подходят к Wild West все равно. В общем, один тюремщик против троих. Вы цену сами видели. Это обычные заключенные, простые каторжники. А вот это мега опасный. Смотрите, он мега опасный преступник. Его заковали в кандалы. В общем, два камня повесили. Плюс еще намордник приковали, чтобы никого, видимо, не укусил. Ну, в общем, его очень боятся, поэтому так сильно его заковали. Давайте посмотрим, насколько он крут. Так. Вот этот синий модернизированный. Но пока не выделяется ничем особенным. Да, у него два камня. Но он посильнее, видимо, да? Да, посильнее. Он уже двоих завалил. Да, ребят, он со всеми троими расправился. Ну, хороший, неплохой. Вот это тоже интересное противостояние. Это обычный работник. А это, смотрите, какой уже крутой. Это поднялся. Это уже какой-то прораб. Этот, видимо, работает на угольной шахте, да? Это на угольной шахте работает, вот такой скромняк. А это на золотой шахте работает, видите, какой крутой. С динамитом у него тут, что, и пистолет есть, и патроны дофига. В общем, этот более богатый. Давайте посмотрим, кто кого победит. Так, ну понятно, тот, кто работает на золотой шахте, побеждает. Давайте 10 на 10. Даже по цене можно посмотреть, что они в два раза дороже стоят. Начинаем. А что у них с динамитом? Он взорвется вообще? Короче, давайте 20 против 10. Теперь будет более честно. 4000 против 4000. А вот они кидают динамит. Только-только начали кидать. Странно это очень. Они не торопятся кидать динамит. Ну вот он. Один только... только один динамит взорвался, ребят. Только один динамит. Прошу заметить. Так, получается, красные побеждают, да? Ну, тут уже больше потерь, ребят. Тут уже больше потерь. Но все равно красные побеждают. А, точнее, наоборот, модов победили, да, получается? Прикольно. Так, давайте очистим. Поставим, допустим, Wild West. Кто у нас еще не был? Тут эти все были у нас, ребята. Идем сюда. Вот этот кто такой? Этот у нас был, каторжник был. Вот этот интересный. Вау. Вау-вау. Ну-ка, против обычного. Это получается больше похоже на... на этого. Где он? Да, вот на этого. Ну, смотрите, получается у мода всего лишь два пистолета, а у оригинала четыре пистолета по... два пистолета в каждой руке. Мне кажется, вот этот больше на мод похож, ребят. Этот похож больше на мод, хоть он и оригинальный. А вот это более на настоящего похоже. Ну что ж, давайте смотреть по цене. По цене, конечно, мод дороже стоит.
Слушай, ну вот он доказал то, что не важно количество, важно качество, да? С одного просто выстрела его убил. Давайте 10 против 10-рых. Так, 10 против 10-рых, смотрим. Вообще на изи. Так, смотрите, я уже 30 поставил, давайте еще поставим, чтобы по цене примерно одинаково было. Вот сейчас настоящих оригинальных юнитов на 26 тысяч, а модов хоть их и 10, да, но ну, на 24 тысячи. То есть примерно одинаково, но на 2000 даже модов поменьше. Теперь мы посмотрим. Кто, смотри, какая у него маленькая голова, я всегда офигевал над таким, что как и не спамнится странно. Начинаем. Вау, они просто перефигачили друг друга. Но красные ребятки, прошу заметить, проиграли. Проиграли красные. А синие победили. Ну хотя тут кто-нибудь выжил вообще, по-моему. По-моему, тут никто все равно не выжил. Или я ошибаюсь? Слушай, ну... По факту они все погибли, да? Но первые убили синие и красных. То есть они побеждают. Так, давайте поставим вот этих репейников против крутых парней с пистолетом. Ну-ка. Вау. Потому что они мне нравятся. Смотри, как быстро они отстреливают. Офигительно здорово. Они могут даже приблизиться. Они наступают, прут, ребят. Охренеть. Хорошо, давайте поставим здоровяка. Он не может просто подойти. Видите, как быстро его убили. Круто. Ребята, какой-то необычный стрелок. Бернер какой-то за 3500 против обычного стрелка. Давайте посмотрим, насколько он крут. Он, видимо, огнем стреляет. Как он? Красный проигрывает. Красный проигрывает. Давайте теперь по 5. Так, поставим по 5. Моды синие. А что у них? А, у них маска, видите, у них маска, а у этих нет масок. Ну вот эти, блин, покруче бандиты. Поднимают. Одновременно причем поднимают. Ну-ка. Пу! Пу! Слушай, они примерно одинаковые. Я не знаю, в чем разница ихняя. В чем отличие. Ну, красные проигрывают. Я не понимаю, в чем их не отличие. Они погибают. Но они также гибнут довольно-таки быстро. Это очень странно. Напишите в комментариях, чем они лучше оригинала. Давайте поставим по 10. Причем, смотрите, чтобы вы все увидели это. Так, Вилл Вест. Вот я иду сюда. За 3,5 вот ставлю. 10 штук. За 35 тысяч. Против вот за 1200. Тут 12 тысяч, тут 35. То есть, по сути, это надо ставить, я не знаю, 10 против 30. Ну-ка, сейчас посмотрим. Пу. Ну, красные побеждают, ребят, опять побеждают. Я не понимаю, они чаще отпрыгивают. Может, не по два раза отпрыгивают, не знаю. Но они круче их будут. Так, вот смотрите, чтобы было прям по цене одинаково, чтобы... Ну, что лучше, 10 крутых нанять? Либо же за эти же деньги можно нанять 20 таких, или даже 30. Вот я 30 нанял, и всего лишь на 1000 дороже, но зато у тебя будет 30 войск, чем 10 более крутых. Давайте посмотрим, кто кого. Ну, тут понятно, что проигрывают голубые, так что лучше, ребятки, в этом случае лучше больше нанять, чем... Чуть-чуть покруче, да, но меньше зато будет по количеству. Следующий стрелок за 4000 какой-то. Сейчас мы его проверим. Против стрелка за 1200. Вот кто сейчас лучше? Вроде одинаковый, да? У этого пистолет. У него больше здоровья, что ли? Я не знаю. Давайте смотреть. Но он побеждает, легко побеждает. Так, допустим, смотрите, вы нанимаете себе какого-то стрелка, да, вот за 4000 или за 1200. Давайте посмотрим, вы можете дешевле нанять троих. Если переплатите, то четверых наймете. Ну, допустим, вы сэкономили даже и наняли троих вместо одного. Посмотрим, кто кого. Голубой проигрывает, то есть лучше, видите, больше. Ну, хорошо. Давайте 10 против 20. Так, вот, чтобы видели, чтобы все по-честному было, идем сюда, вот за 4000 ставим 10, 10 против Вилвеста обычного, мы ставим вот 10 и 20.
40 тысяч вы потратите, либо же 24, но возьмете 20 юнитов. Понятно, слушай, я понял, я не замечал. Так у них разрывные патроны, они взрываются, вы видите? У них патроны взрываются. Вот чем они круче. У них разрывные патроны, ребята, теперь я все понял. Давайте 30. Так, идем сюда и поставим 30. Вот Will West. Ставим еще 10. Мы даже не переплатили. Ну, их уже 30. Смотри, у них взрываются. И они взрывом отбрасываются, ребята. То есть они круты тем, то, что они по толпе, если будут стрелять, то толпа просто разлетится. Вон оно как. Давайте каких-нибудь обычных рабочих поставим. Так, ну смотрите, у нас сотня работников за 20 тысяч. Можно было 200 сделать. Против 10 бандитов. То есть вы можете 10 бандитов этих нанять, очень дорогих, но крутых. Либо же сотни работников. Посмотрим. Я офигеваю, ребятки, насколько они крутые. Вы сами все видели. То есть они любую толпу, по сути, просто на изи разбросают. Охренеть. Хорошо, а как насчет вот этих вот гигантов? 10 гигантов против вот этих вот опасных бандитов. Начинаем. Ой-ой-ой-ой. Ну все-таки смотри, все-таки он ударил. Опасно, ребята, им опасно. Они прям слишком рядом. Их может тоже взрывной волной зацепить. Ой, сейчас растопчут. Ну, половину они, ребятки, одолели. 5 осталось. 5 убили, 5 осталось. Так, ну что было нагляде среди королей? Сотни королей просто за 150 тысяч против бандитов за 40 тысяч. Давайте посмотрим. Боже мой! Вы это видите? Охренеть! Охренеть, его нечь. Ребята, что происходит? Они настолько крутые! Блин! Они просто сотню королей испепелили, я не знаю, если так можно выразиться. Растоптали. Я в шоке, ребят, но они очень крутые. Я думаю, им цену надо поставить не 4, ну хотя 4000, в принципе, нормально. Блин, они классные. Так, идем дальше, у нас на очереди за 4800. Чувак за 4800. Против, давайте, обычного, где он? Чем они отличаются? У него два пистолета, причем они золотых, да? Какие-то желтые. Это даже не золотые, это... они какие-то желтые, слушай, с травой сливаются. Надо прям желтые-желтые, ярко-желтые, тогда бы они бы походили на золотые, а так какие-то непонятные пистолеты. Против обычного, ну посмотрим. А, так он дробью стреляет. С каждого пистолета по 10 пуль где-то так, я не знаю. Так, смотрите, у нас вот с этой стороны будет Will West стоять один за 4800. Получается, с этой давайте мы поставим четверых, да? Ну да, один равняется четверым, ребят. Оправдано это или нет? Давайте сейчас посмотрим. Давай замедлим. Поднимают одновременно они. Пу, дробью, ну да, он дробью. Видите, много пуль. Видно, что много пуль. А, по 4, не по 10, по 4 патрона за выстрел. А, но, блин, голубой проигрывает, ребят. Все-таки лучше толпу брать. Но он троих убил, и вот один остался. Давайте 10 против 10-рых. Так, идем сюда, чтобы по-честно было. За 4800, вот, ставим. 10 штук за 48 тысяч против обычных. Давайте по цене сделаем, по цене подгоним. По цене вот так под... Нет, тогда не так. Давайте отсюда, что примерно они стояли одинаково. Ну вот сейчас мы посмотрим. 40 против 10-рых. По цене одинаково. Боже мой. Ребят, ну у них была перезарядка. У них была перезарядка, из-за этого они долго ждали. И все-таки обычные победили. Хотя их всего лишь из 40, ребятки, из 40 их осталось всего лишь четверо. Боже мой, ну
стоит отдать должное, они крутые, они очень крутые ребята. Так, ну Вилл Вест у нас остался последний, это вот этот за 10 тысяч чувак. Наверное, против вот этого надо поставить, где он? Он больше вот на этого, да, похоже? Он здоровый, смотрите. Пистолет кверху держит. Блин, очень красиво, очень круто смотрится. Против вот этого. Ну, посмотрим, как это вообще будет. А, с этого пистолета он стреляет прямо, а с этого вверх. Понятно. То есть у него получается не 4, у него 3 пистолета. Вот этот обычный, а вот этот пистолет стреляет вверх. Ну, ладно, хорошо. То есть, знаете, можно поставить тогда, по сути, одного вот такого, да? Одного такого можно, одного вот такого поставить. И то это будет мало слишком. Видите, он и вверх стреляет. Видите, дождь идет. И стреляет просто по прямой. Хорошо, давайте, допустим, подгоним до 10 тысяч. Вот у нас обычный, да? Я думаю, надо 5, наверное, вот таких поставить. 5 таких и 5 вот таких. И то будет 9250. Нужно 6. Хорошо, будет 11 на 1000... Ладно, пофиг. Они будут дороже, да? Тогда по 6. Тогда, ладно, по 6 поставим. 6 таких, 6 таких. 100... 11100 против 10 тысяч. Но я думаю, они, конечно, количеством возьмут. Да ты серьезно? Да ты серьезно? Красные проигрывают, ребятки, он выживает. Как это возможно? Он один просто убил десятерых. Охренеть. Так, хорошо, ладно. Давай поставим вот... Давай поставим 20 вот этих. 20 поставим в ряд. Ой-ой. Так, ну тут голова, конечно, проигрывает. Тут все равно очень сильный. Давайте поставим 10. Так, вы сейчас сами все увидите. Вот 10 поставим вот таких, ребят. То есть за 100 тысяч против, допустим, сотни королей. Идем сюда, где они? Короли вот здесь, да? 150 тысяч против 100 тысяч. Начинаем. Боже, боже, боже мой, что происходит? Просто град, ребят, просто град пуль сыпется на королей. Охренеть. Я первый раз такое вижу. Боже мой. Боже, боже мой, ребят. Ну что ж, я надеюсь на ваши лайки и комментарии. Спасибо за просмотр, за поддержку. Ждите новых серий, они скоро будут. И также вступайте в группу ВКонтакте. Заглядывайте на канал AlexPlay. И подписывайтесь на канал DarReady, чтобы быть в курсе всех самых свежих событий. Всем хорошего настроения и пока-пока. Еще увидимся на канале DarReady, это точно. Ну и на AlexPlay. Всем пока. Ребята, я чуть не забыл, давайте бардов проверим. Тут есть обычный бард. И у Вилл Вест тоже есть бард за 60. Давайте посмотрим, какой будет круче. Вот вроде два обычных барда. А этот тоже играет. Вроде два обычных барда. Давайте проверим. Смотри, этот за ним гонится. Синий это модернизированный. Смотрите, сейчас что будет. Ну, он уже рядом. Рядом, 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 рядом. Он убегает от него. Смотри, он дерется, да, ребят? Синий бард дерется. Вы видели, да, был удар? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Никак не может догнать. Ну, сделай уже это. Так, ну ладно. В общем, всем пока. Я думаю, он рано или поздно догонит.